Расскажу сегодня рецепт приготовления куриных окорочков. Я не знаю ни одного человека, которому бы не понравилась такая курица, потому что она будет запеченная в духовке, и у нее будет офигенная, очень вкусная поджаренная корочка. Что нам для этого надо? У нас 5 окорочков, 5 зубчиков чеснока, по одному зубчику на окорочок, пресс для чеснока и майонез. Вам нужно запомнить только одну вещь. После того, как мы замаринуем курицу, она должна хотя бы ночь, а лучше сутки, пролежать в холодильнике. Первое, что мы делаем, это моем окорочка. Мыть нужно очень тщательно, хорошо, чтобы от всего лишнего отмыть. Опять у меня раковина засорилась, конечно. Сейчас я ее прочищу. Окей. Мариновать, конечно, будем в раковине. В этом рецепте нам не нужен ни соль, ни перец. Все это нам заменит майонез. Но сейчас мы берем чеснок и прессуем его прямо сюда на курицу. Лайфхак. Для того, чтобы достать остатки чеснока, используйте зубочистку. Теперь этот чеснок надо втереть. Ну, как можете. Заливаем майонезом. Ничего сложного. Берем такой пакет и складываем в пакет. Прошли сутки, окорочка промариновались, вот так я их на противень уложил. Еще картошечку тут, так сказать, замариновал. По картошечке сейчас сметаночкой чуть-чуть разведенной. Вот таким образом. Ставим в духовку на 1 час. Температура 180 градусов. И потом на 150 градусов на 15 минут конвекция. Будет офигенно. Ну вот, дорогие друзья, как это выглядит, смотрите. По-моему, очень вкусно. И вторая порция. Пам-бам. Приятного аппетита.